4, 3, 2, 1, play. Продолжая съемку, нужно было попить водички в горле перед слухом. Ну, в принципе, нам видно будет всего лишь два стола. Стоят два тренера. Два тренера наблюдают за своими подопечными. Кстати, скажу маленький секрет. Ну, какой секрет, в принципе, не секрет. На дополнительный матч стоят, судят французы. И видите, женский тренер, женщина в Италии, мужчина-тренер в Бельгии, коуч, видите, написано. И еще стоит человек, он следит за судьями. Вот такая вот напряженная обстановка. Он следит за действиями судей. Будет спорный момент, только он, мужчина из Греции, может решить, назначен грек, да, кстати, из Греции. Так, ну посмотрим, все, давайте немножко за игрой. Десять минут. Забыл сказать, 10 минут игра идет. Наверное, один дополнительный тайм. Надо же, так совпало, а? Количество забитых пропущенных совпало. Не думал я, что таким образом сложится концовка сегодняшнего дня, что будет супер-мега-женский финал. Дорогие девушки, кто хочет испытать эмоции, такие, которые здесь происходят у девушек, давайте начинать играть в Саботео. Смотрите за нами, следите за новостями. Скоро в России будет примерно то же самое, а может быть и лучше. Мы будем делать все для этого. Все. Это не надо ничего придумывать. Этот велосипед придуман 70 лет назад. Просто на него нужно сесть и поехать. Сесть и поехать. Алемини. 7 минут еще до конца матча. Никто здесь не рисковать не будет по определенным причинам. Понятно. Потому что за каждым столом зависит сборная. То есть у каждого настолько груз сейчас ответственности. Один выиграл, трое проиграли, до свидания. Один выиграл, другой сыграл ничью, до свидания. Второе место. Здесь второе место – это позор. Мы вчера и выделили это с австрийцем. Это позор. Здесь только может быть, как в любом виде спорта, только первое. Да, гранд-финал. Тренер Италии. Ой, какие же там нервы, наверное-то. Привести девочек. И сейчас вот на последних минутах. Психологически, в принципе, бельгийки сейчас должны быть чувствовать лучше. Но они сравняли. Нет, я все... Вырывается... Что такое? Нет. Так, ну тут бельгийка атаковала, не получилось. К сожалению, я не могу показать, что происходит на других столах. Но вы это услышите в любом случае. Да, по сути, все играют в середине поля, да, то есть никто не бежит в атаку. Никто не бежит, понимая, что любой гол сейчас на одном из столов может решить судьбу. Даже будет три ничьи, один выиграет, все, до свидания, второе место.
бесподобная игра. А их жалко, нельзя это вести в прямой трансляции. Я думаю, чтобы сейчас все подписчики наши просто бы как раз выходной посмотреть необычный вид спорта с таким накалом, самое то, что нужно выходить. Бельгия защищается сейчас. Итальянская. Что такое? Я не понял, честно. Не забила там под последним столом. То же самое, что... Ой, бедный тренер бельгийский. Я так вижу, что в принципе... Ой, игроки уже падают. Плеер. Упал игрок. А по правилам, извини, упал. Твои проблемы. Сейчас будет атака с правой стороны, прям вижу. 0-0. 3 минуты. Неужели будет сейчас серия пенальти? На всех 4 столах. Но это будет просто, ребята, шедевр. Я не знаю, наберет просмотров ролик, не наберет. Но кто посмотрит на эту игру и это видео, точно свои 10 минут не пожалеете. Не пожалеете ни в коем случае, ни в коем разе. Знаете, тут такая даже мысль пришла, что мы, приехав сюда, заслужили снять это, увидеть это. В течение года мы пытаемся объяснить многим людям, интересующимся людям, не интересующимся, что есть игра. Да, она кажется, что она отбила. Very best, goalkeeper, very best. Да. Так вот, что здесь объяснять? Посмотрите, просто посмотрите. Это вид спорта, который может стать популярным. Мы также любим футбол, мы умные игры любим, шахматы, бильярд. Почему мы не можем полюбить эту игру? Скажите мне. Вот примерно так же у меня вопрос какой-то девушке. Почему? Почему? Потому что не знали. Наконец-то мы узнали. Ладно. 2 минуты. Я молчу. Там тоже был сейф. Неужели? Руки дрожат. Видели, руки дрожат у нее. Бедная. Ой, господи. Нет, выкрутилось. Да. Да, атака захлебнулась. Пал. Время почему-то остановилось, не могу сказать, сколько осталось. Не знаю, почему интуитивно я стал уходить с стола, мне кажется, на нем что-то должно решиться. Не знаю. Вот именно на этом столе мы сейчас, может быть, увидим победный гол. Причем, не знаю, осталось, время сломилось, табло сломалось даже от напряжения. Вот, смотрите, осталось минута 36, на самом деле это уже прошло. Time. How time? How much time? How time finish? How time? No, stop.
путевки. Христо! Серия пенальти. Пенальти? Пенальти? Пенальти. Ой, вообще. Это просто капец. Сейчас будет на четырех сторонах. Люди, на четырех столах будет серия пенальти. Расскажу правила. Но это невозможно. Невозможно дальше просто об этом даже смотреть, честно. Давайте нажмем на паузу, и я потом расскажу вам все.